Салам алейкум, ребята. О, только проснулись, легли 4 утра. Ой, вот сейчас 8 утра, приехал баджикишки на фазенду согом резать. Согом это мы на зиму режем либо крупнорогатый скот, либо верблюда, либо коня. На этот раз режем коня. Вот индики поют. Вот, трактор на ремонте стоит, на сезонный. Он конит. Вот летан. Сейчас лошадь дикая. Ну, годовалы. Видите, какой песик. Маленький. Это тоже на ремонте стоит. Сезон готовится. Весне. Ну, процесс забоя, наверное, снимать не будем, потому что YouTube запрещает. Но в процессе буду держать. В работе будут и мои ножи, и будут пацанов, которые режут, их тоже ножи будут в работе. Ну все, включусь сейчас чуть попозже. А? Я спринтермен. Семь шагов на тебе? Мощный. Хаз закрыл, да? Так, апрель до яких лет? Апрель 2 года будет. Сок нам гашку. Че? Нормально нож режет? Вот, сам режет, помнишь? Да. Это вот К110 сталь. Сам делал вот этот маленький ножичек. О, магазин тронул меня сюда. Кейн же вот это. Я. Как бедный стал Ана, трактор не сомневается. Ахра сомневается. Хаза. Еки еле дейді. Ну теперь остальное, когда будем разделывать. Сейчас свои же кишки будем казы заталкивать. Короче, коня свои же кишки засунут и скушают. Скушаем. Примерно должно хватить своих кишков. Если не хватит, придется докупить. А? Қауран чапай алып қойын дейдім. Жоқ, чап бәрін шауып береміз бірақ. Жоқ, беретін тұтас беріп, өзінен өзі шауып алады. Қазір майда болып кетеді анау сияқты. Так, бетейік онда қара. Бәкеңе екі қабырға алсын, е? Дұрыс па? А? Солай бола ма? Так, Алымжан ағама бір екі қабырға, Зәйтінамға, а? Алымжан ағама. Сен үйде аняқтан бөлмей сразу осы жерден бөліп кетейін депсің ба? Иә, пакетті салып сразу. Так, мынау үшеуі. Так, мынау біреуі қалсын. Так, мынадан біреуін қалдырма. Шопыр балаға қазір етпен қосамыз.
Так, это мы на казахском говорим, у нас так принято раздавать это вот одному брату. Нет, это не только это, там добавляться будут эти куски, те куски, там еще каза будет добавляться, много чего будет добавляться. Короче говоря, почти больше четверти коня, одна треть уже уйдет на раздачу. Будем раздавать братьям, сестрам, у нас так принято. Да, Баханат, у казахов так принято. Свага называется это. Вот, делимся, в общем, мясом безвозмездно. Думают, наверное, за деньги или за что-то. То к чему. Сейчас вот хозяину дома тоже примерно килограмм 20 мяса, 15-20 мяса оставим тоже. Всем хватит, ребята, надо всем дружно и делиться всем. Вот телефон звенит. Сейчас. Сейчас вот в работе М390 сталь. Он уже барана резал вот на жены день рождения. После этого не перетачивался. Сейчас вот по коню работает. Сафарик охотничий там стоит. Вот. Старый верный друг. Полторашка. Кайсы? Бармак. Бармак па? Полтора. Екелі. Екелі. Самый то, тем более, был жас мал ғой, сінеді. То есть, на русском говоря, он еще набухнет. Это молодняк мясо. Еще өсет ол. Өсет ол. Да, өсет. А кеуре сувит сол, да? Да. По прошлому видео тот раз было, то говорю, кто-то ребрами. Мы без ребер делаем. Да, казны кебре, не мы хабргами наилендрат его. Да. Ну, кто по желанию, а? Казы кусково ходят. Да, ну, кто как, мы вот так. У каждого, как говорится, свои методы, свои способы. Так что... Чингизлинский, ларь. Да, это Чингизлинский. Это Алматинская область. Ну, Атырау, Ақтау, не жақтарда, Шымкентте де, по-моему, көп жерлерде қабырғасымен айландырады ғой. Да, это тоже отлично. Вообще, наверное, так и должно быть. Чингеттер сексіз дейді деп қойсаңшы. Не, мы ребра отдельно, плов, плов, қуырдақ отдельно используем. Не болды, ханат? Ханат кетеді. Вот, три буха. Чеснок, черный перец, соль, засалка мяса идет. Потом вяреть будем. Хайна галар мы вообще не стоп трогал. Хайна галар идет. Хайна галар мы вообще не стоп трогал. Дала қазанға пісірейін деп отырмын? Иә. Мына жерге тұз алып жүрсің, мына жерге тұз жетеді. Қайсысы? Жетеді. Араластырып жүрсің. Ішіне бәрін салып. Араластырып жүр қазан, ан жағына қойып алайын. Үстіне қойып жүр. Жоқ, оның ішіне бәріне барды. Переживать етіп отырмын ғой. Шейная часть сейчас солит. Грудинка. Грудинка. Теперь мякоть холодно. Угу.
Спасибо. Омар ага, мына ка от дайында жүрсүз, куурдакка. Азыр вакыт деле бар. Кана. Жал. Смотрите, видите, кишки от после компрессора, у которого надутые, они сейчас это. Артыгын зерноо не идем шексет по айландырдыма. Жарылганча. Вот это мы каз, это вот приспособление для каза. Пшагында кел. Труба, вот такая еще труба есть. Диаметр 50. Обычная метровая канализационная труба. Из нее делается. Так, ребята, давайте вот этот процесс поподробнее. Я сейчас в ту сторону обойду. Баджаке, хоть поздоровайся. Вот кто... Так, подожди. Вот казан надо показать. Вот, казан курдак уже варится. Баккан сенгой, баке. Так, я вот с этой стороны обойду. Чтобы... Да. О, сильно. Ага. О, весь процесс. Да, мы угасим. А? Ой, сильно для брать позорок был нервы, сегодня первый день, кз этот, если кем басну стал магандей, джум сильно нервы. О, вот, вот кетте процесс. Не, бывал профессионал, просто сегодня сальпель, хобал затур, хазасет канде. Чуть растерялись ребята. Она стресс тенги. Да. Да, после стресса, вот этих последних событий в Казахстане, чуть-чуть, пацаны, стресс. Ну ничего, все мирно, все живем, все красиво. Угу. Видите, как быстро все. Ура, индюки поют. Сәлі бостау болсын, болмаса кейін жарылады пісірген кезеш, е. Е, ол там ішек екі адам жасамайық, е. Е, ол кейін боқым ұйдет, да? Ага. Е, бос болған дұрыс қа, ана піскен кезде өседі ғой. Дұрыс. Вот сталь К110 М390 отрабатывает. Вот сразу. Видите, кишки до сих пор на дутом положении остаются. Вот смотрите. Вату гүлпен орған. Жас мал ғой, жас мал. Просто жас мал шек кішкентайлы ода. А, дәу айғырдық, неде бейінікі оғанда бәр әдем болған. Ау, братан, сау. Просто жас мал, е, бәке? Ана как раз 50 труба, да? Один мя размер, ге? Короче, все. Всем спасибо. Скоро курдак. Давайте. Да? Всем пока. До новых встреч. Я.